медведи, совы, волки и другие персонажи русских сказок, и все они вырезаны из дерева. Мастерит животных умелец из Вятских полян Константин Лайко. Искусство резьбы по дереву мужчина освоил в 2016 году. Говорит, насмотрелся на друга, тоже мастера на все руки. Начинал с малого, шкатулки и нарды, а через 2 года сообразил увеличить масштабы и взялся за бензопилу. Рассказывает, шел как-то по лесу и увидел поваленные деревья. Решил, чего добру пропадать, и вырезал первую фигурку. Это была сова. Работал интуитивно, никакого плана в голове не было. Потихоньку хобби переросло в работу. Самыми популярными сейчас стали полуметровые медведи. В планах Константина вырезать фигуры еще выше, в 2,5 и 3,5 метра. Вот это вот больше, наверное, и подстегивает, вот, чтобы заниматься. Потому что такое вдохновение постоянно оно присутствует. Там даже когда вот люди просят сделать вроде бы как одно и то же, все равно постоянно находишь какие-то дополнительные такие вещи, которые зажигают немножечко, азарт какой-то придают. Чтобы не было вот монотонности, вот как-то стараюсь не допускать такие вещи. То есть постоянно что-то новое. Вот это, наверное, и движется.